Як ти призовний? Дайте. Зайшли все село, указали нам занять какую позицию, заняли и стоим на этой позиции до сих пор. Кроме БК, ничего опасного. То есть орков не встречали. Единственный, который видели, это валяется там духлый на краю села. Высоты. Ну, некоторые хорошо, некоторые с опаской. Потому что ну, не знали, чего ждать. И как они жили во время оккупации, тоже неизвестно. И как они вели себя. Вы как увидели, уже мы ходили сюда на дом, то люди уже уехали. И одну женщину вывели, мы проходили дом, он полностью разрушен. Эта женщина тоже, она пришла сама к нам, ребята, вывезите меня, потому что я уже тут не могу. В этот же день, буквально через час, ребята ее вывезли. Слава Украине! Слава Украине, героям слава! Ждем, приказы идти дальше.